Вот заправляю свою кровать, прогнала его. И он тут же пришел, опять прыгнул и на мою кровать. Ну что это такое? Что за кот у меня? Сейчас у меня получит. Сидит, не дала ему пошкодничать. Да, Мась? Помчался. О, тебе. Расскажи, что ты нас показываешь. Сейчас будем посуду мыть. Ну а теперь всем здравствуйте, всем привет и масса наилучших пожеланий. Погода у нас сегодня хорошая, минус 10 за бортом. Такой вот, солнца нет. Вчера было солнце, а сегодня его нету. Я тут с утра вся в делах, ковыряюсь. Приезжал женек наш, Женя, ну только на один денек. А рано утром они уже уехали. Ну и Юля с ним поехала. Там надо получить посылки с Озона. Какие-то, даже не знаю, что они там выписывают. Вот поеду, мне надо в город. Ну, ехайте. Уехали, но я тут давай. Чё сидеть? Я одна. Заботу себе сразу находим. Прошлась по шкафам, по всем. Полазила, помыла, протерла. Вот показала, как я тюль постирала, повесила другую. Этой тюле много лет. Не думайте, что она у меня тут новая-приновая. Нет, она старая. Больше 10 лет ей этой тюле. Вот. Прочитала комментарий про свою шапку розовую. Мне писали, ой, в такой шапке, в красивой, да и дробить идти. Этой шапке больше 10 лет. Ну, куда я еще ее одену? Только в сарай. Ну, бывает, выйду в магазин, она же чистая. В магазин схожу и домой. Вот и все. Так что, девчонки, эту шапку можно прям вот выкинуть. У нее вот эти места уже порастянулись. Если куда-то далеко идти, уж подморозишь. Поэтому вот так вот дома где-то рядышком. В сарайку прийти, подробить. Так что мы ходим в сарай хорошо, чисто. Вот. Ну, а так вот, в основном, такая работа у меня была с утречка. Все прибрала. Чисто, самое приятное. Где-то в шкафах, тут в столе разбрала. В том шкафу все разбрала. Холодильник протерла, помыла. В общем, женские наши дела, как всегда. Ну, недельки две точно этим не занималась. Поэтому надо чудок прибраться, пока дома. Никто не мешает, никто по мозгам тебе не ездит, что будем кушать, да что будем готовить. Так, ну там у меня рыбка разморозилась. Мы когда ездили в город, отправляли посылку, я показывала распаковочку. Не распаковочку, а то, что купили. И там был у нас минтай. Вот одну рыбку мы жарили, бабушке Юля отнесла. Но уж 3 штуки у нас тут. И вот сейчас я приготовлю вкусненькое. Мне так нравится. Так что пойдемте посмотрим мою рыбку. Здесь у минтай жарится, прям вот минутки по 2-3 с обоих сторон. Тут вот сейчас лучок у меня тут пассируется. Сейчас буду сюда выкладывать рыбу. Вот. Немножко присыпала приправы от рыбы. Тут я еще дожариваю. Остатки. Здесь развела сметану с водой. И этим всем сейчас буду туда заливать. Эту рыбку тоже туда сейчас переложу. Переложила, присыпала опять немножко приправы для рыбы. Прям немного так вот.
и бросил ложку. Теперь сейчас все заливаем сметанкой с водой и пусть все это потушится. Потом вкуснятина будет, можно и хлебом покунать, кто любит. Я вот люблю, например, в эту жишку. Так, закрывай крышечкой. И даем минут 15 потомиться. 15 минут. Ну, что тут у меня? Вот такая вот рыбка. Ничего не развалилось, она протомилась хорошенько. Будет сочная, вкусная. Все, выключаю. Готовьте, пожалуйста, просто и вкусно. Рыбку я приготовила, вкусное попробовала. Ну а также мне пришел любимый василек. Давайте сейчас дружненько посмотрим мою распаковочку. Она небольшая. Все вам расскажу, покажу. И потом уже все на этом. Будет обзорчик небольшой. Я думала, будет Юля дома, с ней будем побыстрее. Но пришлось одной показывать. Кот вот у меня улегся на кресле, на моем пухом платке. Затяжков понаделала на этом покрывале. Я уже сверху бросила пуховый платок. Бывает так вот холодно, когда. И вот сверху крою, сижу, смотрю телевизор. Сейчас я вам покажу. Отвернулся от меня, как будто я не ему говорю. Опять свет моего окна. Вон он лежит нулями на платочке. Ну, тут мое рабочее место. Пишу вам комментарии, отвечаю на вопросы на ваши. Так, ну вот распаковочка. Совсем вот немножко вещей. Сейчас мы с вами их обозрим, посмотрим. Я тут вот по накладной все зачитывать буду, так как мы сейчас самозанятые. Теперь с этого дохода мы будем выплачивать налог. Вот. Теперь мы все как положено. Раньше нам была халява, а теперь, увы, нет. Ну что ж, невеликие-то деньги мы будем платить, но все равно. Первым, что я хочу вам показать, комплект постельного белья. Он мне так понравился. Называется «Имотекс Поплин Невеста». С наволочками на замке. Стоимость его 2 597 рублей. Очень красивый. Смотрите, какая расцветка. Я прям влюбилась, можно так сказать. Мы сразу открываем посылку на почте. Я открою никак. Так как приходится нам документы отправлять сразу, чтобы не ходить два раза домой. Ты придешь домой, снимешь распаковку, потом берешь документы, идешь на почту, там отправляешь, это больно долгое время. Поэтому сразу открываем там на почте нашу посылку. Запаковали. Весь пакет провала. Отправляем и потом идем домой. Поэтому наши мешки распакованы. Ой. Постельное белье на молнии. Евро. С европростыней. Он считается двухспальный с европростыней. Не буду рвать. Так. Сейчас я вам изображу. Вот такая вот наволочка. 70 на 70. Тут у нее вшит замок. Она на замочке. Очень удобно. Застегнул. И красота. Вот такой вот расцветки. Розочки. Красивые. Как завались в такие розы. Вот. Простынь у нее простенькая такая. Вот, как сказать, кофе с молоком. Ничего нету. Никакой расцветки тут. Поплин хороший материал. Такой плотный. И вот я что-то стараюсь брать поплин. Хороший, будет долго служить. Ну и подъяльник. Естественно, такой вот красивый. Красота. Да, и 2500.
Дальше идет футболка мужская Иван. Футболка это 62 размер. Мы их заказываем уже не первый раз. Большого размера. Вот смотрите. Качество хорошее. Ничего не садится, ничего не линяет. Краска не лезет. Все обшито хорошо. Везде оверлок. Ничего не могу сказать. Всегда вам показываю, что хорошее. Стоимость ее 388 рублей. Вот сейчас такие футболки, я не знаю, где можно купить. Да, еще вам сообщить хочу. Самое главное. Сейчас любимый Василек находится на Валберис. Так что спокойно можете заказывать там товар, на какую вам надо сумму. Вот. Дальше у нас идет футболка. Тоже Иван, называется Индиго. Это вот такая, можно сказать, парадно-выходная. Стоимость 372 рубля. Тоже 62 размер, она большая. Вот смотрите. Голубенькая такая, с буквами. Это уж так, куда выйти. А это вот на работу хорошо. Так, дальше что у нас идет? Футболка Валерии. Вот именно вот эта футболка находится на Валберис. Я оставлю ссылочку, у кого ее нету. Пройдете и на Валберис посмотрите. Вот такая футболочка. Валерия. Это 46 размер она. 48. Стоимость ее 539 рублей. Вот смотрите. Красивая. Середочка у нее так вот. Горлышко, вернее, с сердцем. Рукавчик. Для молодых. Даже ничего. Ну, их-то худенькие. Я даже не знаю, там, да, наверное, и большие. 60 размер. Надо посмотреть и на себя. Вот такая красота. Так, дальше что у нас идет? Мужская футболка. Премиум. Это 52 размер. И стоимостью 290 рублей. Даже смешно. Вот. 52 размер. ХБшечка. 100% хлопок. Премиум. Вот такая вот. Сиреневая. Еще брюки синие. 62 размер. Стоимость 743 рубля. Это я взяла себе. Ну, так вот, как открыла. Они мне большие. 62 для меня много. Мне надо 60. Вот надо кому-то их продать. Кто желает из местных за 700 рублей, пожалуйста, продам. Потому что они мне, я как на колу. Я вроде комплекции, но одела, они мне большие. Вот они так вот с кармашком. Внизу тоже кармашек. Широкий пояс удобный. Вот. И внизу такой вот манжетик красивый тоже. Ну, так вот я поглядела, они хорошие. Но единственное, они большие мне. Не буду носить, зачем портить вещи. Вот такая вот у них, как в шароварах. Мне не нравится. Так, потом халат малиновый. 62 размер, стоимость 1121 рубль. Это я себе заказала. В баньку ходить. Он немножко махеровый, стретчевый. На 3/4 рукав у него. На замке. Два кармана сбоку. Внизу вставлен замок. Не на пуговицах, на замке. Вот такая вот шейка аккуратненькая. И вот. Тепленький. Вот, пошла. В баньку пришла. Красота. У меня тоже есть такой вот махровый, но с ромашками. Вот я в нем хожу в баню. А этот чисто малиновый. Так что, кто желает, размеры там всякие. Посмотрите, погуляйте. Может, что-то кому-то к 8 марта. И пригодится. Ну и последний костюм брюки экстра белый. Размер 46 размер. 999 рублей. Это Юля.
Вот такая белая футболочка. Мы там заказывали костюм, его не было. Я опять заказала, опять пишут, нет наличия. Ну, давай вот этот, говорю, возьму. Вот такая футболочка беленькая. И брючишки, бриджики. На лето, в жаркую погоду, гляньте, какая красота. Беленькая, светленькая, с кармашками. Кармашки, ну, телефон не уместится. Внизу такой манжетик сделан. Немножко подлиннее зад, вперед как покороче. Пояс широкий, посадка глубокая. Ну вот, такая красота. Замечательно. Так. Ну что, халат померить? Сейчас я померю по-быстренькому вам его. Ну, конечно, не на штаны мерить, но я чудок спрячу. А так вот, смотрите, халатик, 3/4 рукавчик, 2 кармашка. Вот так, 62 свободно мне, 60 будет впритык, поэтому взяла пошире. Так что халат должен быть халатом, а не так, чтобы как на барабане тебе он был. Вот такой вот халатик, тепленький. В баньку, с душа, с ванны выйти. Хорошо. Ну все, сейчас еще застелю кровать под одеяльником. Посмотрим, как на кровати будет смотреться постельное белье. Пойдемте глянем. Вот так вот выглядит под одеяльник. Он вот такой вот на эту сторону, как простынь. Ну, сказать, внутренняя сторона, а это наружная. Также на замке. Здесь вот вшить замок. Удобно для одеяла. Застегну и, пожалуйста, хочете этой стороной укрываться? Пожалуйста, вам как простынь будет такого же цвета. Хотите вот такими розами укрыться? Вот такая красота. Ну, а теперь до свидания. Все ссылочки я оставлю под описанием, в описании под видео. Пройдете. Ну, а кто заказывает, тот знает уже все. Всех благодарю. Надеюсь, что будут просмотры хорошие. Верю в вас. И всем пока. До новых встреч. Всех мужчин с наступающим праздником 23 февраля. Ну, а нам еще подождем чуток к нашему 8 марта. До свидания. Всем пока.